Всем привет, мы продолжаем играть ТЛД. Так, да, тут приехал наместник и князь Имрахиль, и они сейчас будут тут воевать с ребятками. Их тут достаточно много на самом-то деле. Но мы с вами давайте присоединимся быстренько. И луп. Вот так. И вот так. Сделаем. Рейнджера мы заберем. Мы, в принципе, всех забираем, потому что нам в любом случае нужны сейчас воины. Это какая-никакая, но поддержка. Так, тут мы выбросим вот это и заберем вот это. Вот это мы выбрасываем, вот это забираем. Так. Я не знаю, на что он рассчитывает паренек, потому что против него сейчас выдвинулось никак не меньше, чем вот. Да что такое? 27, 106. Ну, сами понимаете, там расклад не самый веселый. Мы с вами сделаем следующим образом. Мы сейчас с вами сохранимся. И я просто хочу попробовать посмотреть, что будет. Честно. У нас тут гондорский конвой есть. Я не знаю, как он будет справляться. И есть князь Имрахиль, который влетел против тоже очень большого количества воинов. 3 сотни с их стороны и 1,5 сотни. Сами. В атаку 34. Это даже как-то странно. Я случайно влетел в самый маленький отряд. Обычно все наоборот. Я влетаю в самый огромный отряд. А потом меня растаптывают. И я стою удивленный. Такой, что? Я хотел прийти князю на помощь, но получилось так, что князь свалил или попытался свалить. Или он поехал к своим. Ну тогда получается около 4-5 сотен против 2. Ну сами понимаете, это так себе война. Так, мои же не дают мне воевать. Так, давайте-ка возьмем меч. Бей супостатов. Я никого так и не ударил даже. Так, ну, тут быстро разобрались. Этого мы забираем, этого мы берем в плен. Ну, тут у нас некуда брать, просто все забито. Так. 500. Давайте-ка мы еще раз сохранимся. 552 против 220. А знаете, что я сделаю? Правильно, я сейчас повышу свой отряд. Кто у меня там хотел повыситься? 42. У меня 40 из... И пойду на помощь. Знаю, что это глупо. И, скорее всего, я все-таки сдохну тут. Но, честно, я даже загружаться после этого не буду. Потому что это достойная битва. В 2 раза больше противников, понимаете? В 2 раза. Но мне все равно. Я хочу умереть достойно. Мы с вами идем против... огромной толпы. Эх, как хорошо. Пусть про нас сложат легенду. Красивую, глупую, но легенду. Знаете, легенда о легендарных героях. Так, а теперь-ка... ну-ка... слазим.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хлопцы, по одному, по одному. Да я сказал, по одному, тварь. Ты меня ударил. Я тебя ударил. Каждый ударил по разу. Всех убить, всех, 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 всех. Так, тут нашего очень сильно обсели. Не успел. Ой, еще прибыли. Отходим, отходим, хлопцы. Бежите. Да хватит меня в спину бить, козлы. Вы хоть знаете, как тяжело потом на спине дырки латать? Да, ты задолбал уже. Что ты за тварь такая? Вот так. Да как ты? Как ты защитился? Я ж тебя бил не по щиту, я бил тебя по спине. Что за фигня? Где моя помощь? Почему у меня, блин, помощь так и не пришла еще? А ну, отойди. Так, у нас проблемка. А, подкрепление прибыло, все хорошо. Я думал, у меня не будет подкрепления, поэтому думал уже все, маразм какой-то. Да ж... Серьезно, мое подкрепление 6 человек? Вы пьяные, что ли, там? Я не знаю, кто командир этого сброда, но... Вы серьезно, 6 человек? Ага. Ударься головой об стену. Ой, ой, я не хотел тебя бить. Ну ладно, вру, хотел. Вот так вот. Ваши воины дрогнули, ваши враги дрогнули. Все стоят, дрожат, холодно, что ли там. Вот так вот. Вот так вот. И тебя накормим. Всех накормим. Всех, всех, всех. Убить их всех к чертовой бабушке. Фух, это тяжелее, чем кажется, ребята. Честно. Весело, я не спорю, но... Тяжелей. О, лошадка. Вперед! О, мы победили, что ли? Серьезно? Серьезно? Победили? Да, правда? А, опять. Волк. Волк, овца, человек, чебурек. Враги дрогнули. Да у меня из врагов одна собака осталась. Все. Вот теперь закончили. Хорошо. У меня 7. У союзников 16, у них 82. Хорошо, хорошо, хорошо. Я понимаю, это очень хорошо. А, не-не, держать позицию, хлопцы, держать позицию. Мы сейчас тут спустимся, они как раз придут к нам. Они сейчас с горбика спустятся. Ладно, в атаку. Союзники-идиоты не дали мне... Не хочется просто союзников раньше времени терять. Какие-никакие, но это союзники, и они дают дополнительные силы. А дополнительные силы, вы сами понимаете, это хорошо. Чем больше воинов сильных, тем лучше.
нас сожрать потери есть. Одного воина убили. Так. Плохо, плохо, плохо. Тихо. Так, хватит меня бить. Да ты издеваешься, не лезь под меч. Да, гребаные лучники. Так, убивайте стариков и детей. С мужчинами разбираться будем потом. Давай, 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 давай. Да убейте. О, я думал, это мой. Ой, 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 сейчас забьют, забьют, забьют. Да, забьют, забьют, забьют. Слишком много их. Да, видите, стрелой попал. К сожалению, я уже участвовать не могу. 53 против 2. Ну, тут как бы понятно было. Приготовиться 2 против 400. Ну вы серьезно, ну ребята, ну что за маразм? Ну 2 против 400. На что вы, блин? Как меня это все бесит. Ну вот на что они рассчитывают, что я сейчас и два лучника, мы сейчас выкосим 400 солдат противника? Ну это ж не смешно даже. Это такой маразм. Будет смешно, если мы сейчас убьем хотя бы троих. Каждый по одному. Ладно, погибну в сражении, так и быть. Да уйди ты. И ты уйди. А вот одного мы убили. Ну, мои погибли. Есть, двоих. Еще одного, и я оправдаю этот бой. Нет, не смог. Бой не оправдан. Что? Ребята, 3 сотни против... 4 сотни, точнее, против... Ой-ё. Да серьезно, ну, да вы издеваетесь. Серьезно, они забрали щит, и они забрали... Они забрали щит, и они забрали кольчугу. Это была кольчуга хорошая. Кольчугу мне жалко. Но перезагружаться я не буду, потому что что? Правильно. Потому что это не спортивно, и потому что...
я обещал этого не делать. Хотя игра, конечно, прям заставляет это делать. Враги дрогнули. Прикольно. Вы спросите, почему я катаюсь вокруг них и бью их копьем, а не спущусь и ударю мечом. Тупо закидают мясом, и я не смогу их всех убить. А так я сейчас слегонца их поразбиваю. И остальных уже добью. Видите, все равно у меня слишком мало жизни. О, я его оглушил еще и. Лошадью оглушил. Ну вот, одного убил. Осталось не так много. Осталось четверо. Трое. Двое. Один. Все. Но кольчугу мне жалко. Так, хорошо, давайте кузница. 6000. Давайте хотя бы это сдадим. Мне в любом случае понадобится кольчуга, поэтому смысла не вижу. Мне щит понадобится. А, 40-15, ладно, давайте, хотя тут оденем уже. Сверху нельзя. Давайте щит оденем этот. Так, я сейчас свалю отсюда по бырику. Вот сюда вот. Не главная площадь я хотел, но ладно. Ай, вернись. Прекрати это делать. Самое плохое, что я не могу к ним и в казармы пойти. Точнее, не так, в казармы я пойти могу, но это не то, что я хочу. 101. Я хочу набрать все-таки своих воинов из Рохана. Ага, будем надеяться, что я смогу добраться до Истфольда. Я не знаю, что не так. Наверное, нужно играть более агрессивно, что ли. Но, как видите, у нас постоянно какие-то... Так, оруженосец. Да, забираем всех, в общем. На самом-то деле, потому что у нас в любом случае никого вообще нет. Надо хоть кого-то взять. И еще мне нужно вспомнить, где я забирал нашего... Ильфаса, Ульфаса, точнее. Я его забирал. Я не помню где. Это плохо. А еще меня интересует, выполнил ли я задание. Нет, мне еще троих нужно. Ну давай, три. Троих я победить смогу. 28. Все очень плохо, потому что у меня очень слабая армия сейчас. У меня я, по сути. Все остальное это стражники, пехота. А у них это... А у них это воин Ханда. Но у них тоже не самое сильное, но блин... А, он еще 44. Нет, спасибо, ребята.
Давайте-ка мы зайдем в казармы. В казармах мы заберем всех остальных. И в замке посмотрим по поводу... Нет, его тоже тут нет. Сорок четыре. Блин, все плохо. Все на самом деле плохо, потому что у меня очень слабая армия сейчас, и для меня это прям, ну, очень неудобно. Это максимум неудобно. Видите, вся моя армия это, блин, головастики. А у них там все-таки есть прокачанные воины. Так, а где они? Куда моя армия побежала? Туда? А, вон они. Ну что ж, попробуем. Все-таки что, я зря прокачивал себя хоть немного. Попробуем хоть что-то сделать. Если не получится, будем уже смотреть, что делать дальше. Тихо ты, дай мне тебя ударить. Да вы издеваетесь, откуда вас столько? Да ты задолбал, сдохни. Я убил 10-рых. 11 даже. Видите? Не все так плохо. Не все так плохо. Я, правда, сам почти сдох, но неважно. Я надеюсь, что мои молодые воины хоть немножко прокачаются. И я смогу взять хотя бы тех же оруженосцев. Оруженосцы уже будут хоть что-то делать. Да стой ты на месте, не крутись, скотина. Так. Да стойте вы. Знаешь, как неудобно за вами всеми бегать. Так, кто у меня там в живых остался? 23 противника я убил. Двадцать четыре, 25. Что-то, судя по крикам, меня там должно выжить целая уйма народу, но 26 погибло. 20... Я даже забирать это говно не буду. 26, твою мать. Один? Серьезно? К повышению готов один? Ну, хоть тут 12. Хоть что-то. И в казармах тут сейчас пусто, потому что я уже все забрал. Да. Да, обожаю. Обожаю этот момент. Момент безнадеги. Знаете, такой. Когда у тебя 26 воинов, а в живых из них ни одного. О, ничего себе, там наша армия бегала.
Казармы. Знаешь, что меня интересует? Есть ли тут Ульфас наш? Нет. Нет. И его тут нет тоже. Продолжим. Но продолжим мы с вами уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.